Сейчас я вам расскажу страшную рассказочку. Жили ангелы. Ну так, хорошо. Эдем, хороший парк, различные мероприятия. Я думаю, даже были где-то в середине карусели. Бассейн, спа, вип-салоны, ну и прочее. Ну и так как сказать, ангелы это не фиг собачий, то я думаю, что даже был кислородный коктейль. И вот они сидят с этим кислородным коктейлем. Сидят, ну скажем, Вельзевул сидит. А тут подходит Эсмахер. И чего-то такой грустный. У него в руках, извините, Биг Мак тройной, гамбургер из, извините, херувимов тушеных. А он какой-то хмурый. Он такой, ты чего? Ты же должен быть благ. Да я пытаюсь быть благим, пытаюсь. Он пой осану. Слушай, ты же когда вкушаешь кислородный коктейль, ты же не поешь осану? Ну да, 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 я, кстати, про это не подумал. Слушай, а что это ты так навеваешь, вещи-то такие греховные? Что такое? Что сделал шеф? Да такой, надо созвать всех ребят. Ну и всех девчат. Контора, наш статус понижен. Как? Шеф-то наш создал это. Господи ты мой. Ну ты, может быть, так он постоянно создал? Вот так? Нет. Мало того, что этого у них нету. Ужас какой. У него есть вот это. Это более вот это турбина? Ну тогда это, ну, усовершенствованный он. Да нет, нет, нет. Он вообще не летает. Да, и кстати, пока. Я не понимаю, в чем дело. У него есть это. Но зачем? То есть тогда еще Ева не была вынута из Адама. Но это-то уже было. Расстройство у ангельской общественности кипиш. И они сделали болотную площадь. Этому да, этому нет, этому да, этому нет. Учтите, то, что я рассказываю, это вообще чисто, учтите, альфа и омега Торы. Прибывает Господь. Вы чего? Мы-то ничего. Это вы-то чего? А, это ж Вельзевул. Вельзевул, Вельзевул, ты ж возлюбленный мой. Ага. Я возлюбленный. А это главный возлюбленный. С какого такого мне такое? Господь
Саов посмотрел на них и говорит: это что, попытка оранжевой революции? Да нет. Пока что мы в яблоко не собрались. Яблоня Эдемская пока что имеет все яблоки. Сожрет-то яблоки. Не наш, познав добро и зло. Из-за тебя мы его не знаем. А пожрет вот этот. И мы знаем, что это не турбина. Непонятки в нашей профсоюзной федерации. Тот такой: нет, я абсолют, я альфа, на омега. Никакой демократии. В задницу профсоюзы и партии. Я деспот, фюрер, кагал. Обойдетесь. Почему у него это? Как бы вам сказать? Скучно ему. Таким, чё? Одинокий он. И ему нужно это. Ну так убери, прибавь это. И одиночества не будет. Ты ж никогда не был бракоделом. Он говорит: не-не-не, там где вход, там и выход. У меня есть план. Она. И чего-то не хватает. А, ну да, сейчас мы соорудим. Вот она. Ангелы обалдели. Особенно, оказывается, у них там женского пола. Учтите. Я говорю, в чем вранье? Во вранье. Ну, например, у них есть ангелы женского пола. Но у них же сказано, что нет пола у ангелов. Представляете? Жуть какая. И вот представьте, если вот это сумасшедшее профсоюзное объединение ангелов было, и они вопят: девочки-ангелы, а у нас такого нету. У нас только длинные волосы. Но и вот у этих педиков, ангелов, которые мужчины, но бесполые, как мы, тоже просто длинные локоны. Кто такой: ну, во всяком случае, люди будут вас изображать завитыми. Очень завитыми. Да что же это такое? Ты же не Лукашенко. Ты сверхжид, мы жиды. Мы вынуждены, я понимаю, говорит Вильзевул, вынуждены вот быть вот такими умалишенными. Но верх сумасшествия вдруг делает существ намного менее наших значимых, намного менее мощней. Но именно они получат то, что мы от тебя не получаем. Что не получаете? Так, давайте, ну, смотрим. Комиссионы есть, прогрессивка есть, зарплата есть, уголовное преследование есть, мероприятие. У нас есть даже кукольный театр. У нас есть все, я вам все даю. Нет, они получают то, чему мы не получаем от тебя. Ибо ты сказал, что они получат это.
Что же они получат? А сейчас мы тебе покажем. Покажем. Вот. Вот что ты им пообещал. Свою любовь. Так как мы существа бесчувственные, докладывай нам. Это что? Что такое любовь? Колеса? Курево? Что это? Прикол? Или смещение турбины? С чем даже не знаем. Последствия этого смещения? Это удовольствие? Это удовольствие? Нет. В том-то и дело, мне с вами хорошо, но вы не можете любить, а я и есть любовь. Нифига себе, совершенно бордел. И вот эта любовь должна иметь воплощение в ком-то, но вас нет, я так не предусмотрел, потому что этот отвечает за воздухи, это за земли, этот за скот всякий, этот за мух. Вельзевул. Ненавижу его. Почему? Потому что Вельзевул переводится король мух. Так вот, заметьте, Вельзевул почитался самим Богом, старейшим ангелом, сильнейшим ангелом, Опять, видите, вроде бы любви не было, да? Но возлюбленным ангелом, да? Но он был только король говна и пара в ихнем государстве. То есть отвечал за канализацию и мухобойки, чтобы на котлету в божественном ресторане, дай бог, никто не сел. Кстати, самое главное, протест против Яхвы у Вельзевула был такой. Зачем, собственно, ты сотворил это? Чтоб я отбивал от котлеты это? Ты же творец. Ладно, там печенье. Я люблю печенье. А, белочку люблю. Даже есть конфеты. Ты сотворил все. Зачем ты сотворил вот это? Птички едят. Птички могут есть другое. Есть муравьишки. Зачем именно это? Значит, к чему мы приходим с вами, славяне? Мы видим, что... Вот жрецы жидовские, к ним мы относим непосредственно Равинат. Потом жрецы жидовские, но гойского такого налива второсортного, это вот попы, кюре, да, пастыри, ну, падре, да, всяческие. Они в наглую просто сеют вокруг ерунду. Просто учтите то, что я говорю, действительно является, учтите, столбовым мифом еврейской схоластической религиозной мысли. То, что я вам рассказал, оказывается, для них почему-то нужно.